что полезно есть по утрам. Я думаю, что многие знают, а есть можно практически все. Но мы расскажем о пятерке самых лучших продуктов для завтрака и о том, что лучше пить по утрам. Употреблять на завтрак можно практически все, но мы расскажем о пятерке самых лучших продуктов для завтрака, а также о том, что следует пить. Яйца – это поистине уникальный продукт, ведь помимо достаточно большого количества легкоусвояемого белка, нужного для поддержания формы нашей мышечной ткани, каждое яйцо содержит ряд полезных веществ. Это витамины А, Е, Д, а также витамины группы В. Овсянка является универсальным завтраком, подходит для людей с любым пищеварением. Врачи склоняются к тому, что овсяная каша по утрам полезна абсолютно каждому. Кроме того, она содержит витамин А, В, Е, фосфор, кальций, йод, калий и магний. Фрукты – то, что мы любим с самого детства. Но все же стоит подходить к их выбору с осторожностью. Ведь они довольно сложно перевариваются в организме человека из-за обилия клетчатки. Творог, а также другие кисломолочные продукты. Но следует обратить внимание на ваше пищеварение. Ведь любая кисломолочная продукция содержит в себе живые бактерии, которые могут вызвать расстройство желудка. Кисломолочные продукты обязательно должны быть натуральными. Бутерброды. Тут таится опасность, ведь бутерброд бутерброду рознь. Запомните, что хлеб должен быть цельнозерновым, а сверху на него следует уложить свежие овощи, нежирный сыр твердых сортов или кусок нежирного мяса. Напитки можно употреблять любые, но избегайте газированной воды и растворимого кофе. Эти продукты и так вредны, а их употребление на голодный желудок может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызвать такие заболевания, как гастрит и язву. При этом без проблем можете пить любой свежий чай, натуральный кофе, свежевыжатые соки, но старайтесь разбавлять их водой.